В Баку состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Республики Казахстан, организованный посольством Казахстана в Азербайджане. На мероприятие были приглашены члены правительства, депутаты Милли Мяджлиса Азербайджана, главы и сотрудники иностранных дипломатических миссий и международных организаций, представители ведущих СМИ Азербайджана. В своей приветственной речи чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев кратко проинформировал гостей о достижениях Казахстана в социально-экономической и политической сфере, обратив особое внимание на основные положения послания президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни. Посол Казахстана также отметил, что за годы независимости между Казахстаном и Азербайджаном сложились очень близкие дружеские отношения, основанные на взаимном доверии и равенстве. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, поздравляя с 27-й годовщиной независимости Казахстана, отметил, что за эти годы Казахстан под руководством президента Нурсултана Назарбаева достиг больших успехов и стал одним из ведущих государств региона. Он также подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан, реализуя важные проекты, превратили свои страны в ключевые международные энергетические и транспортные коридоры. В завершении министр выразил уверенность, что дружеские и братские отношения, а также сотрудничество и солидарность между двумя странами продолжатся и впредь. Севда Джафарова, Кумбат Мамедов, Азертач.